А можно я потом одолжу пушку? Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток! Вы попали на шоу «Экстрасенсы». Там сидит сущность в виде гномика. Один бьющий, у него есть три попытки. Он бьет наугад в какой-то из этих завернутых ворот. И кто-то в этих завернутых воротах спрятан. Их три человека. Три человека, которые проиграли в камень, ножницы, бумага. Тот, кто проиграл первее всех, встает лицом. Тот, кто проиграл во второй раз, встанет попой. И кто-то встает боком. Все, одна ворота пустая. А яичками можно? Нет. Я заметил, что в перемешку с моими странными идеями и амкалом вам иногда очень сильно заходят футбольные челленджи. И вот, значит, подглядел я у одного парня формат, которого вы сейчас видите на экране, ссылочку я тоже оставлю в описании, и решил это сделать максимально по-футбольному. Поэтому, если вам зайдет и вы наберете 80 тысяч пальцев вверх, тогда мы снимем новую серию 10 способов. Кто какой бьет, давайте просто по возрасту. Наконец-то пригодилось! Раз, два, три... Твою мать! Вот и есть троица сразу же! Просто в лёг! Это было хорошо! А, кстати, Финн больше всех не хотел, говорит, ну нос разбить там можно, все такое. Да не, вставай куда хочешь. Так нечай, иди, короче. Ты решай! Нет, ты за себя давай решай, я пока... Друзья, с моей спиной сейчас находится выбор из четырех ворот, и три из четырех это мои голы. Скажу честно, жопы стоять реально безопасно. Ну, сломать ничего нельзя, по крайней мере. Мне жалко, конечно, но я надеюсь, что я попаду. Не больно, мне было не больно. Ура, ура, я ушел. Ну, попало, коснулось руки, но не больно. Фу. А он остается? У меня аж сердце из пяток. Попробуйте себя вот как будто в шоу экстрасенсов. Подумайте, где. Сейчас появится стрелочка, где они на самом деле, потому что я в монтаже уже знаю. Но вот здесь, сейчасшнее, я без понятия. Давайте обманем Германа. О, прикольно. Да? Типа, даем Герману шанс. Последний удар, но я типа сам виноват, что я предыдущий запорол, поэтому... Ну давайте пробовать, давайте просто на удачу. Hey, Все, ничего, правильный ответ, ничего. Что, опять надо скидываться? Да, да. Кто а следующий? Я бью. Раз, два, три. Он стоит нормально, давай. Раз, два, три. Да скотина такая! Ну, понятное дело, что ничего не видно. Федя. Мне кажется, сейчас будет прогноз, но я Федя попадусь, поводу буду. На расслабоне надо вставать. Да, могу. Особенно если учитывать, что я должен рожей вперед сейчас. Ни хера себе ты засадил, блядь. На расслабоне надо вставать. Да он так, тебя, да? Ты смотри, она сдвинулась как это. Я не почувствовал, но она сдвинулась. Прям. А это считается, что он выбил меня? Он в тебя не попал? Нет. В общем, если еще парочка таких ударов будет, то я думаю, когда я туда уже сам буду садиться, мне отомстят. Ой, прилетело, там кто-то был? Бля! Да ё-моё! Я просто хочу, чтобы ему было хуже. Давай! Он бьет. Готовьтесь! Слава богу! Серега-то херачит, ой-ой-ой, блин! Я думал, что у тебя все вылетит. Просто страшно. Точно выиграю. Раз, два, три. Раз, два, три. Я опять жопой. А я боком 3 из 3 встаю. Я рассказал, что если у нас будет поровну очков у всех, то будут дополнительные раунды. Я в этом не заинтересован ни разу, поэтому просто попадаем. Ну давай, гад! Все по-честному, кефиру такое попадание засчитали. Я хочу рядышком с тобой. Не центр. Я буду тут смотреть. Смешно, что еще никто боком никогда не стоял, только я знаю технику, как надо прикрывать все бока. Goodbye, motherfucker!
так упало! Смешно, что мы с тобой вообще не поняли такие. Тебе? Тебе? Мне? Было? Прямо в битву попало. Вот он бачочек, бачочек! Вот сюда попало. Ну ничего, просто говорю, вот бачочек. В ножку попал, да? В ножку. А я только сидел и думал, бля, да что-то не получается, просто в ворота люди попадают, ничего интересного. И, блядь, мне прилетело. Раз, два, три. А еще одно место есть, пока-то. Еще спасительное есть. Раз, два, три. Да! Идите, я научился наконец-то играть в эту игру. Да ёпта, не хочу. Я не хочу лицом, но мне рано или поздно прилетит. Я смотрю сейчас рядом. Тыкаю вот так просто оттуда, прям по этой штуке, потом не знаю, куда я тыкаю. Значит, там сидит Герман. Готово? А сейчас самое главное. Федос подошел и говорит, я буду тыкать в бок там, где Герман. Бей туда. И мне единственное было страшно попасть бы, попасть. Я вот тень, я вижу, что это все. Уже некуда. Это уже куча ворот. Ты тыкал, надеялся, увижу я или нет. А я сразу увидел, а ты все тыкал, тыкал. Хорошо. Очень хорошо. Чай смотрит оттуда и такой типа, ну давай, тебя сплавили, ты тоже сплавь. Нет, Артём, я не такой, как Федя. Как ты спалил? Я не понял, как я спалил? Случайно? Я даже не смотрю. Так, стоп, тишина. Блин! А ты был близок. Движение в последний момент, да. Обидно. Погнали. Раз, два, три. Очень хочется выбить, конечно же, не чай. Это было плотно. А откуда? Не, будет прикольно, если Федос сделает ноль. Это будет абсолютный рекорд. Готовы? Я думаю, они заняли те же позиции. А потому что ты хитрый жук. Это карма. Я сейчас просто искупаю грехи таким образом. Ну хоть один надо попасть, чтобы не быть совсем лохом. Сложно описать, но я хотел предложить это на первом ударе Сибскалы, когда сейчас стоял. Блять, а как пиздатый себе туда ударил, а? Бля, суки, я реально хотел это на первом ударе Сибскалы предложить. Хорошо, это круто. Это ноль. Раз, два, три! Включаем режим Шерлока Холмса. Таким образом, я только что проиграл. Не знаю, смотрит ли кто и бьет! Ты чё, старый, совсем охренел? Это не считается, он попал в дальнюю штангу. Это не важно. У нас есть один даун проигравших. Он сейчас стоит боком. Если ты попадешь, то для следующих ты сделаешь, что он будет стоять попкой. Прям такой сочный звук. Сидит жаба хитрая, получилась твоё. Куда он бил-то хоть? Сюда. Сука какая, а? Готово? Тебя же увидят, что ты здесь снимаешь. Сука, ты же меня подставил, гад. Оператор, блин. Не видно. Ну смотри, я тебя убью, если он скажет, что он тебя видел. У меня оператор здесь лёг, конечно, я здесь, блядь!
обязательно подписывайтесь на канал, ребят, ссылки есть в описании. Ну и ставьте лайк, если вам понравился подобный челлендж. Всем спасибо за просмотр!